И, наконец, самое интересное. Эти мальчишки и девчонки собрались поработать. После долгих лет забвения в городе Петрозаводске возрождается институт уличных газетчиков, делающих свой маленький бизнес на розничной продаже газет. И виновники этого все те же, однако под новым теперь названием – «Весь Петрозаводск». Редакция, чьи имена мы еще недавно читали на страницах «Просто Петрозаводска», сегодня выпустила первый номер своей вечерней газеты. Юрий Викторович, вы рады? Безумно. То, о чем мы мечтали 5 лет назад, случилось сегодня, 23 ноября. Ну и день рождения – это всегда замечательный праздник. И вот сегодня 15 тысяч тиражом вышел наш первый номер. И я думаю, этот день для нас, для всей нашей команды останется в истории. Газета, которая будет выходить с телепрограммы, она в основном будет примерно такой, какой ее привыкли видеть горожане. А кроме того, будет еще выходить 4 номера ежевечерние. Ну, какой девиз? Все новости достойные горожан, от самых хороших до самых грустных, и наоборот.